Качественное образование и создание мотивации для сотрудников – один из важных моментов, отмеченных в послании президента народу Казахстана. В рамках празднования 20-летия Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета состоялось награждение номинантов конкурса «ТОП-20». Были выбраны 20 лучших сотрудников по различным номинациям и 20 лучших студентов университета. Празднование 20-летия Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета продолжается. В рамках мероприятия были выбраны 20 лучших ученых, преподавателей, кураторов, студентов университета, а также 20 и 20 лучших сотрудников. В рамках празднования юбилея все номинаты были награждены грамотами и призами. Стоит отметить, что в рамках 20-летия университета в течение года были проведены различные благотворительные акции, в которых приняли участие руководство университета, преподаватели и студенты. Когда мы только начинали свою работу, наш коллектив был очень маленьким, а сегодня, благодаря общим стараниям и совместным усилиям, мы достигли хороших результатов. 20-летие университета – это праздник всего коллектива и результат независимости нашей страны, поэтому юбилей вуза мы празднуем все вместе. Среди преподавателей университета, которые сейчас являются профессорами и доцентами, есть первые выпускники вуза, которые начинали свой трудовой путь с родного учебного заведения. Они являются свидетелями становления университета. Действительно, этот университет состоялся как огромный, большой-большой вуз. Он известен не только у нас в Казахстане, но и за границей. Сколько рабочих мест создано благодаря вот руководству. Поэтому я поздравляю весь коллектив с таким большим юбилеем, желая процветания нашему большому университету. Мой трудовой путь начался с данного университета. По окончании вуза меня приняли стажером-преподавателем на кафедру прикладной биологии. Все эти годы мы были свидетелями того, как наш университет поднимался ввысь, развивался и покорял новые вершины. Во время мероприятия состоялось награждение юбилейными медалями 20-летия КазГИУ. Их удостоили сотрудники и ветераны университета, которые стояли у истоков становления данного вуза. Бакытгуль Казез, Елжан Макзумов, телеканал «Семей».